Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политака, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Мой сегодняшний собеседник, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины запаса Олег Жданов. Олег Владимирович, здравствуйте и с прошедшим. Здравствуйте, спасибо. Олег Владимирович, военный блогер и российский известный пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге. Бойня в Полковбанке, на ваш взгляд, она уже выходит на такой новый уровень? Ну, скажу так, не то, что она выходит на новый уровень, просто война начинает потихонечку заходить в Россию. Сегодня можно сказать четко, что война пришла в российский дом, и никто уже нигде не гарантирован. Получается, что тыла нет. Во всяком случае, на европейской части Российской Федерации тыла нет. Санкт-Петербург, второй по значимости город России, и в центре города происходит взрыв, в результате которого погибает военкор, которого там знает вся страна. Да? Довольно известный и пропагандист российских средств массовой информации. Так что я бы не сказал, что это пауки в банке, я бы сказал так, что прощай мирная жизнь, прощай тыл. Национальный антитеррористический комитет России выступил с заявлением буквально за считанные минуты до начала нашего с вами общения и обвинил украинские спецслужбы и сторонников фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве пропагандиста Максима Фомина. Владлен Татарский — это псевдоним, который погиб в результате вот взрыва в кафе, которое ранее принадлежало Евгению Пригожину. В общем и целом ничего не удивительного. То есть Россия вешает убийство Татарского на украинские спецслужбы. Ну, Навальный, ну да, особенно Навальный мне понравился, когда сидит в тюрьме, оппозиция разгромлена, в России никого не осталось, все дистанционно как-то управляют, там, пытаются информационно влиять на Россию. Ну а мы традиционно, мы ж корень всех бед Российской Федерации. Почему туалет на улице? Да потому что Украина. Почему ракета в космос не летит? Потому что Украина. Почему взорвалось кафе? Потому что Украина. Вот. Поэтому мы корень и источник всех бед и страданий Российской Федерации. Поэтому абсолютно было предсказуемо, что крайнего будут искать у нас. Ну, скажу так, что может быть где-то там мы имели бы к этому отношение, но пока даже не видно следа присутствия наших спецслужб в Санкт-Петербурге. Был Стремоусов, была Дугина, вот ликвидация Владлена Татарского чем принципиально отличается от тех случаев, которые уже имели место быть, и как это может повлиять вот в целом на ту обстановку, которая царит в самой России? Вы говорите о том, что тыла нет, и война уже пришла на европейскую часть России, и какие, собственно говоря, вот действия следует ожидать от страны-агрессора в ближайшее время? Ну, скажу так, что действий в принципе нет. Они создают картинку, понимаете? Путину надо постоянно поддерживать рейтинг этой войны. Ему надо, чтобы народ соглашался, получив повестку, идти в военкомат. А для этого надо показывать. Они не могут показать фронт реально, не могут назвать эту войну войной, но как бы обосновать, почему волна повесток там захлестнула Россию, вот вам вот такие теракты могут это дело и поддерживать. Поэтому, ну, почерк практически, вспомните дочь Дугина и очень похоже на этого нашего Захарченко в этом Донецке. Тот же самый почерк. Кафе. Там это самое, взрыв бомбы, ну, в чем она была, мы еще не знаем, там, в статуэтке она была в этой, или она была заложена заранее в помещении, трудно сказать. Но вот по почерку эти три случая, которые я назвал, они очень похожи, лекало одно и то же, и в принципе все три направлены именно на, сейчас раструбят, что да, Украина организовала теракт,
И что надо делать? Надо идти, получив повестку, надо идти в военкомат, надо ехать и убивать укронацистов, бандеровцев там и прочих. Надо защищать, иначе они придут сюда и все здесь захватят, все отберут и так далее. Всех убьют. Поэтому я думаю, что это, если смотреть, кому выгодно, так выгодно Российской Федерации, а не Украине. Но для нас, по большому счету, одним пропагандистом больше, одним меньше. Мы ведем информационную войну на информационном фронте, развенчиваем мифы информационные, фейки информационные и все остальное. Но там гоняться за пропагандистами и подрывать их, ну, я скажу так, это не та фигура, не той величины, которая не повлияет на ход боевых действий. Если там рванули штаб округа, я бы тогда как бы сказал, что это может быть наша спецслужба, потому что нам бы это было очень выгодно. Вот. А пропагандист, очень большие сомнения, что это. По поводу Навального уже обозреватели пишут, да, давненько Навальному срок не прибавляли, а тут и повода нашелся соответствующий. Олег Владимирович, то есть если говорить о том, что произошло в Петербурге, это следует рассматривать в разрезе информационного даже вот обеспечения и поддержки предложенного еще Кириенко нарратива о том, что вот эта война со стороны России, этот нарратив он предлагал Путин, должна стать народной. Да, так они же натягивают, действительно, они пытаются натянуть на нее понятие отечественной войны. В самом начале мы с вами говорили, и я бы сказал предположение, что Путин будет пытаться натянуть, особенно когда началась мобилизация, вот. Когда закончилась регулярная армия, началась мобилизация, они решили сыграть в игру «Вставая сторона огромная». Вот именно в контексте этой игры, чтобы сделать войну народной, войну отечественной, они вот эти теракты и очень хорошо ложатся в эту канву в плане того, что вот убивают и надо количество жертв большое, центр Санкт-Петербурга, вот. Сейчас военкомы потихонечку под шумок понесут повестки в Санкт-Петербурге. Скажут, не хотите, чтобы вас взорвали, давайте вперед на фронт. Версии по убийству военкора татарского разнятся. Глава Международного комитета Госдумы Слуцкий заявил об украинском следе. Об этом же говорила и Мария Захарова. Вот интересное предположение сделал и руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Он сказал следующее. Я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к украинскому правительству. Я бы так это назвал. То есть он, по сути, идет вразрез вот этой генеральной линии партии, но ему не привыкать. И спустя вот несколько часов после взрыва татарского он сказал о юридическом захвате Бахмута. Мы об этом будем говорить, обсуждать то, что происходит в Бахмуте с военной точки зрения. Но вот комментируя высказывание Пригожина относительно ликвидации татарского, вот ваше мнение? Ну, Пригожин правильно делает, он же пытается набирать политический вес. Как можно набирать политический вес? Надо говорить правду, хотя бы немного правды. Поэтому он идет вразрез с официальной версией, потому что существует такое, ну как, всегда считается, что официальная версия может быть не настоящей. А когда высказывают альтернативную версию, в это верят более охотно. Поэтому Пригожин все правильно делает. Он набирает политический вес, он не показывает, что он не боится власть, он готов говорить правдивые такие радикальные вещи. Поэтому на него стоит обратить внимание. Он в своем контексте, он с точки зрения информационно-психологических операций, он действует абсолютно, абсолютно правильно. И вполне возможно, что он высказывает версию абсолютно правильную. Тем самым подавая понять кремлевским ребятам, что он не сдастся без боя, что он будет пытаться набирать свой политический вес. Ведь сегодня, посмотрите, сегодня Пригожина, он там пытается как-то к Вагнеру, да, держаться как можно ближе. Но сегодня его практически отстранили
или оттеснили, правильнее так будет сказать, от военного руководства этой компании. Там рулит генеральный штаб, они воюют под командованием генерального штаба на линии фронта, и не только в Бахмуте, я уже приводил примеры, там в Мелитополь была переброска части подразделений вагнеровцев. Так что ему осталось только вот делать политические заявления. Как раз по поводу политических заявлений Пригожина, он сообщил, ну это впервые в апреле месяце о захвате Бахмута, сказал, что с юридической точки зрения город захвачен. Дело в том, что якобы вот оккупационным войскам удалось водрузить российский флаг на здании городской администрации. Это также элемент вот этой информационной психологической операции, или это какая-то вот возможность, в том числе информационно, несколько сместить акценты и переключить внимание широких масс с ликвидации татарского на события в Бахмуте? Ну, скажу так, что юридически захвачен, это если бы городские власти вынесли ключи от города, ну, образно говоря. Поэтому, а флаг можно установить на любом здании, это не факт. Если идут активные уличные бои, мы удерживаем часть города, то говорить о том, что он захвачен, это абсурд. В принципе, ну, для Пригожина это, и не только, кстати, для Пригожина, это, кстати, общая тенденция средств массовой информации Российской Федерации. Они приукрашивают и преувеличивают свои заслуги и свои победы для того, чтобы хоть как-то приободрить народ. Потому что как таковой достигнутых целей нету, ярких побед нету. И если вот, даже если сравнить, смотрите, мы весной, год назад, там, летом прошлого года, мы говорили о чем? Мы говорили о том, что захвачен такой-то населенный пункт, захвачен такой-то город, наши войска отступают. То сегодня мы с вами обсуждаем, захвачена улица, захвачен перекресток, захвачена там частично промзона. То есть масштаб войны падает. Война в основном идет позиционная. 80 дней зимней наступательной кампании, и город Бахмут еще сражается, еще мы его защищаем. Вот, то есть... Поэтому они и стараются, из чего-либо сделать, ну, хоть что-то, чтобы показать успехи, что как все хорошо идет. Спикер Восточной группировки войск вооруженных сил Украины Сергей Череватый опроверг слова Пригожина о захвате города. По его словам, бои действительно шли возле здания городской администрации, однако полный контроль над городом вооруженные силы России и боевики частной военной компании «Вагнер» не получили. Бахмут украинский, они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого. Такие оценки делает спикер Восточной группировки войск украинской армии Сергей Череватый. Ну, там, кстати, сейчас могут быть некоторые изменения. Да, там ситуация критическая в Бахмуте. Мы это прекрасно все понимаем. 65% города захвачено, об этом институт изучения. Да, это говорит нам об этом, по-моему, институт изучения войны. Что 2/3 города контролируется российскими войсками и ихними наемниками, типа вагнеровцев. Вот. Но, кстати, вот позавчера, благодаря, опять же, российской пропаганде, показали нам штаб-квартиру вагнеровцев, которую они оборудовали в подземельях Артемовского завода шампанских вин. Вот. Но, как пишут местные жители, там один вход и выход с этих катакомб. И туда что-то прилетело позавчера, очень, очень мощное. Разные источники говорят разное, кое-кто даже предполагает, что это могла быть точка У, ракета. Но, тем не менее, мы еще посмотрим, как будет развиваться, потому что если действительно нам удалось поймать вагнеровцев где-то там в их штаб-квартире, где у них склад, госпиталь, там, штаб основной, вот, то ситуация еще может измениться в ходе этих уличных боев, потому что из регулярных частей там осталось очень мало. Туда все, что еще есть регулярное, туда, конечно же, пытаются стягивать.
Но все равно основную тяжесть боев тянет на себе именно вагнеровцы. Причем даже британская разведка говорит нам о том, что сегодня в Бахмуте воюет основная часть вагнеровцев. То есть не зэки, не мобилизованные, которых туда тоже давали для восполнения потерь. А именно туда согнали сейчас вот тех наемников, которые наиболее подготовлены. Вот. И если мы их сейчас немножко подкосим, то не факт, что дальше будет успех и продвижение у российских войск. А давайте перенесемся в Мелитополь. Была же информация о том, что наносились удары по локомотивному депо в городу, ну, учитывая то, что это логистический объект, можно ли этот эпизод рассматривать как подготовку к тому контрнаступлению, о котором сказал на прошлой неделе министр обороны Алексей Резников. Напомню, он говорил о том, что это контрнаступление начнется в апреле-мае сразу же по нескольким направлениям. Ну, в принципе, можно. Смотрите, сегодня любое такое огневое поражение на глубину досягаемости наших огневых средств, это, в принципе, все можно присовокупить подготовке к контрнаступлению. Но я бы сказал, что сегодня это скорее работа по снижению боевых потенциалов тех частей, которые находятся на передке. Почему? Потому что, допустим, уничтожая там военную базу сначала на аэродроме в районе Мелитополя, сейчас вот мы переключились на депо железнодорожное и саму железную дорогу. Железная дорога основной поставщик материально-технических средств и запасов для российской армии. И под угледаром проседают российские войска. Мы там наносим им огневое поражение, а восполнить потери, особенно в технике. Если личный состав можно еще привести машинами, грузовиками или автобусами, они, кстати, тоже уже начали возить автобусами, не хватает у них бортовых машин для перевозки личного состава, то танки, орудия и боеприпасы к ним и топливо надо вести чем-то более емким, железной дорогой. Трейлерами не навозишь танки для того, чтобы, допустим, восстановить тот же 10-й полк танковый, который мы разнесли там под угледаром, практически в ноль раскатали. Так что я думаю, что это такая планомерная работа нашей артиллерии и нашего старшего командования, того же генерального штаба, по обеспечению или по снижению боевых потенциалов на разных оперативных направлениях нашего врага. Тема, конечно же, деликатная, но раз они так открыто говорят, и министр обороны называет о том, что контрнаступление будет по нескольким направлениям сразу, а если вот будем исходить из этого, каким может быть характер этого контрнаступления украинской армии? Ну, тут очень трудно гадать. Мы выделяли, если брать наши предыдущие беседы, то я выделял три направления. Это Мелитопольское, это Волноваха, это Старобельск-Луганск. Вот три основных, они так, скорее всего, и остались. Хотя, может быть, добавилось там, допустим, Северодонецк-Луганск, может быть, добавилось там Авдеевка-Донецк. Тут вариантов может быть очень много. И, кстати, я считаю, что сейчас вот такое заявление министра обороны в плане масштабности, что мы будем наступать по многим направлениям, абсолютно правильно. Где бы мы ни наступали, у противника сейчас замешательство в плане того, что где же ожидать направления главного удара. Они наверняка знают, где основные направления, по которым мы можем начать движение, но они наверняка не знают, какое из направлений будет главным ударом, а какое из направлений будет второстепенным ударом. Вот это самое страшное для противника и самое хорошее для нас. Кстати, на днях Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало на своих ресурсах очень интересную фотографию, на которой изображен солдат, который находится в воде, но держит в руках оружие. А вот сама фотография, она подписана следующим образом. Крым, Ялта, 2023. Намек предельно понятен.
Ну, намек понятен, предельно понятен в том плане, что я так понимаю, что главное управление, это, кстати, по-моему, фотография главного управления разведки нашей, если я не ошибаюсь. Да, так они и опубликовали эту фотографию. Да, да, да. Ялта, 23-й год. Да, вот они дают понять, что наша разведка работает, плодотворно работает в Ялте, в Крыму, на ЮБК, и что военные объекты в Крыму исследуются, контролируются и передаются сегодня в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. А, кстати, мы по заявлению, мы сейчас начали уже использовать планирующие бомбы. Причем, я так понимаю, что сейчас вот-вот должны появиться у нас не только планирующие бомбы, но еще и планирующие снаряды для тех же «Хаймерс». А у них дальность, я напомню, 160 километров, до 160. Вот. Так что вполне возможно, что мы возобновим нанесение поражения объектам, военным объектам в Крыму. А там более 150 объектов насчитывается. И, кстати, ну, вы считали вот этот план, который огласил Данилов? Состоящий из 12 пунктов. Ну, да, очень интересный план. Он сказал, что он разрабатывается. Да, и там есть очень интересный пункт. Там есть пункт о демонтаже Крымского моста. Вот. Так что вполне, если наша разведка где-то купается в море в районе Ялты, то до Крымского моста осталось идти совсем чуть-чуть. Вот это все, как и картинку Главного управления разведки Министерства обороны, так и обнародованный Даниловым план относительно тех действий, которые нужно предпринимать после деоккупации Крымского полуострова. Насколько все это серьезно с военной точки зрения, или это все же является каким-то дополнением к той информационной войне, которая, естественно, ведется сейчас? Ну, скажу так, что это информационная война. Насколько она серьезна, мы сможем с вами оценить только тогда, когда сопоставим факт и заявление и факт. Вот если они совпадут, то мы будем понимать, что это серьезно. Сегодня угадать, что серьезно, что несерьезно, к сожалению, очень тяжело. Ну, в принципе, это и правильно. Почему? Потому что никто же не будет рассказывать, как говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот. Поэтому мы можем рассказывать о чем угодно. Противник должен быть в напряжении, должен нервничать в плане того, что как правильно держать удар, где организовать лучшую оборону, где там слабее, где сильнее. Вот. Но в общем скажу так, что из того, что все сегодня гуляет в информпространстве, из того, что обсуждается на различных информационных площадках, оно все имеет право на жизнь. Абсолютно. И планы, я так думаю, будут нашего генштаба не ситуативными, а заранее подготовленными. И вот эта штабная игра, когда готовность войск начнется, тогда начнется и такая штабная игра, как это было перед Херсонским наступлением, когда мы, точнее перед Харьковским, когда мы убедили Российскую Федерацию, что основные усилия мы будем сосредотачивать именно на Херсонском направлении. И вспомните, Россия туда стянула все самое лучшее. Десантура вся туда уехала. Самые боеспособные части уехали на правый берег Днепра. Вот. И мы там начали их выносить. А потом раз и случилось Харьковское наступление. Точно так же может произойти и здесь, что сейчас мы можем начать какое-то движение, ну, по готовности войск, я же не говорю завтра, начать какое-то движение войск на любом из направлений. А вот для россиян это будет вопрос жизни и смерти. Это настоящее наступление или это не настоящее наступление? Кидать туда войска или не кидать туда войска? Понимаете, вот в этом как бы состоит военное искусство. Кто кого перехитрит, кто кого опередит. У нас пока что счет в нашу пользу. Я надеюсь, он будет увеличиваться, отрыв, потому что мы их дурим постоянно в этом плане. И не могут предугадать действия нашего военного руководства. Но, Олег Владимирович, если вспоминать футбольные аналогии авторства Кирилла Буданова, то сейчас
70-я минута футбольного матча, и счет пока что 1-1. Ну, 1-1 счет, потому что мы не можем вытянуть, видите, нам не хватает сил и средств, средств не хватает для того, чтобы начать контрнаступление. Поэтому мы вынуждены, как мы с вами летом говорили, что вот это будет последняя оборонительная операция. И потом мы перейдем в контрнаступление. Да, мы перешли в контрнаступление, да, мы провели две наступательных операции, но Россия объявила мобилизацию, в результате мы сегодня опять ведем оборонительную операцию. И не, ну, как бы она очень тяжелая. Я не скажу, что она для нас, в принципе, можно сказать, что положительная в том плане, что мы перемалываем довольно большую массу российских войск. Кстати, в России сейчас, ну, фактически эти 300 тысяч, которые они призвали, начиная с сентября месяца, они их практически сожгли. И сегодня там особого резерва уже не осталось. Они уже вынуждены негласно проводить вторую волну мобилизации. И Путин рассчитывает, что она будет насчитывать к лету. Они должны выставить где-то порядка 500 тысяч. Плюс 400 тысяч контрактников до конца года. И плюс призыв. Кстати, там призыв аж до 15 июня или июля растянули они. Путин подписал же указ еще. Да, ну указ, да. Просто я имею в виду, что вообще 30 дней всегда призыв шел. А летом они прошлого года не уложились в призыв. И в этот раз они написали сразу. По-моему, до 15 июня. На 2,5 месяца они дают на призыв. А там 150 тысяч еще. То есть они хотят набрать огромное количество народа для того, чтобы пойти в наступление. Ведь Путин не отказался от планов захвата Украины. Он до сих пор думает, что спецоперация идет по плану. Вот, кстати, в этом начинается... Институт изучения войны писал, и вот Дональд Трамп, который вновь претендует на Белый дом, в интервью, которое было этой ночью, ну, учитывая разницу во времени, сказал о том, что план Путина – это захватить всю Украину. Ну, так, в принципе, а что мы этого не знали, мы с вами об этом говорим с 2014 года, что планы Путина, что в 2014 году, что в 2023 году, они абсолютно не поменялись. И вот это его постоянное заявление, что все идет по плану, он же как бы войну на истощение, он же сказал, хотите, давайте повоюем на истощение. Байден поддержал, Байден сказал, да, давайте воевать на истощение. Раз так, значит, будем воевать на истощение. И тогда, кстати, пошло резкое увеличение помощи, военно-технической помощи Украине. Вот. Для того, чтобы получить, достигнуть паритета, а в последующем получить и преимущество. Ну, а Дональд Трамп, он, кстати, еще раз подтверждает его популизм вот этот, что я бы одним телефонным звонком закончил войну. За 24 часа. Да, за 24 часа там, и такое прочее. Так сегодня надо уже звонить не в Кремль, чтобы за 24 часа закончить войну. Сегодня надо звонить в Киев. Для того, чтобы этот вопрос... Потому что Путин уже молит всех богов, которым он верит. Не берусь назвать каким, потому что там и шаманы какие-то ходят, и обряды, ну, разные слухи вокруг Кремля. Но тем не менее, вот, он молит о том, чтобы прекращение огня. Ему крайне важно сегодня, чтобы наступило перемирие. Потому что, видимо, есть понимание, особенно в Генштабе, в Арбатском округе, так называемом, есть понимание того, что армия выдохлась. И ну, это дальше, мы говорили о Лукашенко, который выступал перед своим парламентом. Ну, Лукашенко рупор, понимаете, Лукашенко это вообще не субъект политики. Он может быть еще субъективен в самой Белоруссии, потому как занимает пост и сидит на штыках своей армии и спецслужб белорусских. Вот. А реально на международной арене он не субъективен, он не субъект, он объект. Ему сказали, он начал. Не может, понимаете, не может Путин с одной стороны рассказывать о победах, о том, что СВО идет по плану, а с другой стороны выйти и сказать, что ну вот
прекращение огня было бы для нас очень... Ну, очень, и переговоры очень... без предварительных условий, это то, о чем говорил Лукашенко. То есть, по сути... Да. Они отправляют Лукашенко, тот начинает говорить, что типа, вот, как он говорит, остановились и замерли, запрет на перемещение техники, запрет. То есть, все застолбили ту территорию, где стоят. И, кстати, ну, это очередная волна. Я уже так смотрю, что Путин пытается в ванне изобразить шторм и раскачивает воду постоянно, пытаясь поднять большую волну. То у него Лукашенко говорит о том, что надо срочно прекратить огонь. Сейчас смотрите, какая красивая многоходовка с Венгрией. Да? Якобы Россия обиделась на Венгрию, включает ее в список недружественных стран, а Орбан тут же выходит и говорит, а давайте отправим миротворцев в Украину. И при этом говорит, что это надо согласовывать с Москвой. Подождите, в Украину миротворцы. Так надо с Украиной, наверное, поговорить о миротворцах. Чем здесь Москва? Да. И когда мы просили миротворцев 9 лет, то почему-то нас никто не слышал о том, что давайте поставим миротворцев в Украине. Вот. А сегодня, мандат ООН, а где их ставить? На границе 91-го года? Или на границе сегодняшней? Или на границе 23 февраля? Какие миротворцы? О чем вы говорите? Вот. Ну, и понятно, что Венгрия такой же. Венгрия осталась на своих позициях, и вот эта многоходовка с якобы включением Венгрии в список недружественных стран, это всего лишь пыль в глаза для европейского сообщества, чтобы Орбан мог выйти и сказать, что вот, давайте, вот мы меняем позицию. Венгрия ж не изменила позицию, не сказала, что вот давайте дадим Украине там столько-то денег и дадим Украине там столько-то боеприпасов или столько-то образцов вооружений. Нет. Они начали вот эти вот разговоры о сепаратном мире. О поддержке реальной по поводу тех возможностей, которые нам предоставляют наши партнеры и союзники. В понедельник, 3 апреля, Соединенные Штаты Америки могут объявить новый пакет военной помощи для Украины стоимостью в 2,6 миллиардов долларов. Ожидается, что в пакет войдут несколько типов боеприпасов, в том числе противотанковые ракеты, высокоточные авиационные снаряды, а также боеприпасы для систем обороны НАСАМС. Кроме того, речь идет о радарах, воздушном наблюдении, бензовозах, мостовом оборудовании и машинах для помощи тяжелой техники, выведенной из строя. Также я встречал информацию о том, что как раз в этот пакет военной помощи со стороны Америки могут войти и понтонные переправы, что свидетельствует о том, что как раз вот характер помощи – это подготовка к контрнаступлению, верно? Да, судя по тому, что они анонсировали, это все может свидетельствовать о подготовке именно к контрнаступлению. Потому что в контрнаступлении очень важно, чтобы тылы не отставали. Поэтому бензовозы, техника должна быть заправлена, поэтому боеприпасы. И, кстати, Германия, по-моему, в предыдущем пакете помощи передала нам еще танковые мостоукладчики для преодоления рвов и небольших водных преград. Вот. Так что вполне возможно, что это все идет в контексте подготовки вооруженных сил Украины для контрнаступательных операций. И, кстати, вот это и вызывает в Москве панику. Почему? Потому что с каждым таким пакетом помощи, еще раз повторюсь, на Арбатском округе прекрасно начинают понимать, что они могут не удержать фронт при таком стечении обстоятельств, при таком наращивании усилий со стороны сил обороны Украины, то фронт удержать будет проблематично. 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетит Польшу. Об этом сообщает канцелярия польского президента Анджея Дуды. И также есть информация о том, что Польша уже передала украинской армии несколько истребителей МиГ-29. Количество не называется, собственно, не надо его озвучить. По поводу авиации хотел спросить ваше мнение, потому что еще в январе, когда Резников говорил, что вот следующий Рамштайн должен стать авиационным, определенные подвижки потом со временем начались предоставление авиации. Вот как вы оцениваете наши возможности в небе?
Ну, в небе скажу так, что на сегодняшний день начались поставки, да, к сожалению, вот этой авиации советского образца, но и словацкие МИГи, и польские МИГи, они адаптированы к применению западных образцов вооружения, натовских образцов вооружения. Поэтому вполне возможно, что они могут стать альтернативой тем же самым F-16. И на сегодняшний день, допустим, у них подвесы и бортовое оборудование готово к применению ракет западного образца, и мы будем их использовать. Плюс нам еще дает, по-моему, Северная Македония передает нам самолеты в качестве запчастей. Они технически неисправны, но мы знаем, что разбраковка этих машин может помочь там в ремонте и обслуживании нашего авиапарка. Так что я не помню количество польских самолетов, но там тоже что-то больше эскадрильи. И вот Словакия должна передать эскадрилью 13 машин. Я думаю, что к контрнаступлению они будут. И вполне возможно, что сыграет роль альтернативы западным самолетам. Как вы думаете, а вот накануне контрнаступления, начала его, будет очередное заседание контактной группы «Рамштайн»? Или уже тех решений, которые были приняты в соответствующем формате, уже достаточно для того, чтобы начинать вот это движение украинской армии без согласования, без обсуждения вместе с нашими партнерами и союзниками? Не, я думаю, что будет. Может быть, оно не будет не очное, но в этом месяце, скорее всего, оно тоже будет. Вполне возможно, что также в режиме видеоконференции. Почему? Потому что война – это такой динамичный процесс, который требует постоянной корректировки планов. Как говорил Наполеон, что любой план сражения прекращает свое действие с первым выстрелом этого сражения. Вот. Поэтому здесь нужна постоянная корректировка. И я думаю, что заседание будет, может быть, даже в формате видеоконференции. Но оно наверняка будет. Наверняка будут уточняться планы, наверняка будут корректироваться эти планы. Вот. И скорее всего, они будут работать в этом режиме, будут работать до конца, до нашей победы. Небезызвестные Гиркин, Губарев и Калашников заявили, что Россия находится на пороге военного поражения. Чтобы этого не допустить, они объединились в клуб рассерженных патриотов. Так себя назвали, так себя величают. А на кого сердится это трио, как вы думаете? Ну, они сердятся на то, что, знаете, есть подозрения различных источников о том, что Путин вообще, на кого Путин работает? То есть закрадывается смутное сомнение. Вот. Все, что Путин не берется делать, все сегодня ведет к катастрофе. Да. Чей Путин агент? Да, чей агент Путин? Вот именно на это, потому что вот эти вот неправильные решения, они приводят к таким последствиям. Для нас очень хорошим, для России катастрофическим. И я думаю, что они больше обижены на Кремль. Почему? Потому что, скорее всего, они являются рупором той оппозиционной части военных, которые понимают реальную ситуацию. Это те еще, которые в прошлом году, в конце весны, подавали Путину отчет, в котором рекомендовали перейти в глухую оборону. Понимая, что дальнейшее продвижение очень проблематично. Смотрите, на любые предложения Генштаба, там даже Патрушев носит ему такие доклады, и знаем мы об этом, что аналитические доклады, где написано, что надо притормозить. Вот. А лучше всего вообще вывести остатки войск на территорию России для того, чтобы сохранить боеспособность армии. Но Путин не реагирует на это, идет вперед. Видимо, он и его ближайшее окружение, вот эти ястребы сегодня стоят вокруг Путина, ястребы войны. Вот на них и обижен Гиркин и его сотоварищи, прекрасно понимая, к чему это приведет и к чему это ведет сегодня, на сегодняшний день.
Российского диктатора Владимира Путина могут убить, чтобы прекратить войну против Украины. Об этом заявил бывший глава ЦРУ Джеймс Олсен в интервью британскому таблоиду The Sun. Он отметил, что если Путин останется у власти, он никогда не откажется от войны, и поэтому путь к ее окончанию – это его убийство или свержение. Все идет совсем не так хорошо. Я считаю, что Путин сейчас находится в безвыигрышной ситуации. Если Путин останется у власти, будет долго война, сдаваться он не собирается. Я считаю, что он будет отстранен от власти или его убьют. Я бы не исключал убийство, говорит Джеймс Олсен. Я думаю, что вполне вероятно, что некоторые патриотически настроенные россияне решат, что им нужно устранить Путина, и это будет конец войны. На ваш взгляд, в определенных вот, ну, политических, скажем, кругах, военных кругах, не на кухнях, а этот сценарий как-то, возможно, прорабатывается, если мы говорим не о внутреннем факторе, а вот о внешнем, там, о разведках мира. Насколько вот этот вопрос на сегодняшний день, на ваш взгляд, является там рабочим и актуальным? Я думаю, это самый животрепещущий вопрос в элитах, политических и военных элитах Российской Федерации. Кстати, по поводу военных элит, вам Гиркин наилучшее подтверждение того, что в Генеральном штабе или в военной элите Российской Федерации идет сумасшедшее брожение. Потому что генералы прекрасно понимают, а часть этих генералов, и они прекрасно понимают, что они же будут крайними. Их же назначат, они же командовали войсками, они же отдавали приказы. Это потом в суде они будут доказывать, что это было политическое решение, и мы его выполняли, не могли не выполнить. А сейчас пока что все четко понимают, что Герасимов и Шойгу подписывают все директивы для войск. Вот, и отправляют, и начальники секторов, там, командующие армиями, округами, которые принимают. Они все, под их подпись стоит на боевых распоряжениях, на боевых приказах, на шифротелеграммах и так далее. Плюс, что касается, допустим, олигархата и политического истеблишмента России, это прямым доказательством является слив вот этого разговора Пригожина, только Иосифа Пригожина с этим. И Фархада Ахмедова. Да. То есть, и это уже обсуждается полным ходом. И так это нам только слили то, что можно слить в сеть, понимаете? Разведка, что знает намного больше, и это вершина айсберга, а значит, большая часть пока что от общественных ушей скрыта. Ну, а общественное мнение, скажу вам так, судя из истории, даже новой истории, вот последних там 30 лет или новейшей истории, если хотите, то от любви до ненависти один шаг. Один шаг. Вспомните Чаушеску, какой был у него сумасшедший рейтинг накануне его расстрела. Вспомните Саддама Хусейна, какой у него был рейтинг. Вспомните Каддафи, какой у него был рейтинг. Вспомните этого, по-моему, Мугабе, какой у него. Все диктаторы имели сумасшедший рейтинг среди населения. И нулевой рейтинг среди, точнее не нулевой, а среди элиты была группа заговорщиков, которая осуществляла захват власти и резко меняла общественное мнение. Ну, это потому то, что, кстати, говорили в Главном управлении разведки, что падение рейтинга Путина произойдет или после его смерти, или после его свержения. Олег Владимирович, в завершении нашего с вами разговора хорошая информация, позитивно, я бы даже так сказал, есть от руководителя пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрошкивского. Он сказал, что вооруженные силы сумели улучшить свое тактическое положение на Донецком направлении, вероятно, имеется в виду сектор Авдеевки и Маринки, и говорит он следующее: противник пытается сосредоточить силы, ничего не получается. На Донецком направлении украинской армии удалось улучшить свое тактическое положение, то есть мы заняли некоторые стратегически важные позиции, и по его словам, возле Авдеевки Россия ротирует войска, и также озвучил информацию, что в районе Донецкого направления появилось несколько подразделений спецназовцев, которые активно маневрируют. Скажу так, что, ну вот вы у меня с языка сняли, я только хотел предположить, что эта речь, скорее всего, идет про Авдеевку, Авдеевское направление. Мы там очень хорошо нанесли огневое поражение противнику, и там вот, начиная с Угледара,
бои в Мариинке и вот бои в Авдеевке. В Авдеевке они, кстати, практически повторили Угледар. Они понесли сумасшедшие потери, и на сегодняшний день действительно российское командование сейчас пытается провести перегруппировку войск для того, чтобы возобновить наступательные действия. Но пока, я так понимаю, получается довольно плохо. Ну, причина, Олег Ильич, причина может, она кроется в следующем. Британская разведка говорит о том, что оккупанты не расстаются с алкоголем даже во время ведения боевых действий. Не, ну, алкоголь это в России вообще традиционная вещь, а тем более в боевой обстановке, когда, кстати, там не то, там алкоголь, там и там переохлаждение, то есть наша зима все-таки, точнее не зима, а вот эти вот сырости и перепады температур сказываются очень сильно, вот, и в результате еще и брожение в плане выполнения воинской дисциплины. Вот. Так что да, там очень много факторов, которые способствуют. Они, вот вторая, а мы об этом с вами говорили. Помните, когда началась мобилизация, тогда четко было понятно, я говорил, что первые 100 тысяч пошли смертниками, то есть их бросили прямо с военкомата на фронт, потому что надо было срочно комплектовать подразделения и затыкать дыры, ваканты в частях, укомплектованность которых падала там до 50 и меньше процентов. А вот эти 200 тысяч они более-менее подготовили, им, и их сожгли, вот сейчас их сожгли. А уже вот те, кто приходят сейчас, вторая волна, там уже нету. Все, кто хотел воевать, они пошли в первой сотне, и они поехали воевать. Всех остальных надо уже гнать в военкомат, либо пряником, либо кнутом. Но это уже те, которые будут сразу при первой возможности, они будут задавать вопрос, нафига? Зачем? Почему? Чем мы должны здесь, за что мы здесь воюем? И вот это вот, скорее всего, сейчас они подошли именно к этой черте, когда основная масса мобилизованных начинает задавать неудобные вопросы, на которые у российского командования, чуть не сказал советского, ответов на сегодняшний день нету. Ну, на и неудобные вот вопросы нет удобных ответов. Да, и вот эти вот даже расстрелы перед строем, которые они практикуют на сегодняшний день, они больше озлобляют людей, и люди больше настроены на то, чтобы пристрелить этого комбата или ротного в ходе боевых действий, сказать, что вот шальная пуля прилетела с той стороны и убила нашего командира, а самим разбрестись или сидеть и курить бамбук, главное не идти в атаку. Ну что же, Олег Леонидович, пусть там курят бамбук, а нам свое робить, як то кажуть. Огромное вам спасибо за этот разговор. Олег Жданов, военный эксперт и полковник вооруженных сил Украины запаса, был сегодня вместе с нами на Политеке. Огромное всем спасибо, берегите себя и всем всего доброго. До новых встреч.